Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот конфетки из фикс прайса марсианка чизкейк. Вот так они выглядят. Шоколад внутри, наверное, крем какой-то и что-то еще. По фотографии видно, что они немножечко неровные, какие-то как помятые какие-то там. Неземное шоколадное удовольствие. Сейчас мы с вами это проверим. Так, чизкейк вот у меня есть с вкусом мокко. Не знаю, даже интересно, что это. Шок манже. Да, прям названия такие. Кокосовый пудинг. Наверное, Рафаэлку будет напоминать. Три шоколада. Три шоколада, даже это, наверное, интересно, как это будет в разрезе выглядеть. И действительно, это так, я поищу, попробую. И тирамису. Такие хорошие. Так, фотография состава будет в конце видеоролика. Также здесь написано без ГМО, 80 грамм. Опять же, меня удивило, что не 100 грамм. Я уже привыкла, что везде 100 грамм. Вот здесь чизкейк, что-то здесь описано, я читать не буду. Сделаю фотографию, если вы захотите, сами прочтете потом. Вот, и давайте ее откроем. Откроем. Порвала конкретно ее. Ну, в принципе, была немножко уже тут рваненькая. Ну, ладно. Так. У нас 80 грамм. И мы с вами их посчитаем, чтобы, опять же, знать. Допустим, если... ну, ладно, я все это уже рассказывала. Если вдруг компания людей, гостей. Вот, чтобы знать, сколько их штук. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Как раз на 5 человек, каждому по 2, можно купить такую маленькую коробочку за 25 рублей всего. Почему бы и нет? Вот они блестючие такие, красивые. Немножко там зелененьким. Довольно они, кстати, крупные. Сейчас мы с вами нашу тарелочку поставим. Мы, вернее, мою любимую. И посмотрим, что же у нас внутри. Угу. Ого. Неожиданный поворот. Какая-то она прям подцапанная. Такая. Вот, этикеточка красивая. Давайте еще одну посмотрим. Что-то мне не нравится так. Такой. О, да не все такие, я так понимаю. Или это рисунок какой-то? Нет, рисунок все-таки разный. Не знаю почему, может быть, они срок годности. Нет, срок годности до июня 2019 года. Еще далеко. Видимо, наверное, фантик некачественно сделанный. И вот эта вот белая штука... Фантик, она отражается здесь, я так думаю. Либо они немножко где-то, пока ехали, наверное, спотели. Вот, но все равно это не очень приятно. Вот подаришь кому-нибудь такие конфетки в подарок, да, тут, в принципе, так же, как и мне их подарили. Так, давайте их разрежем. Ай-яй-яй-яй. Опа. Они там были у нас. А. Они такие. Сейчас я. Они не соответствуют. Смотрите. Здесь одно, вам видно. То есть шоколад, крем. А тут белый. Белый-белый бугорок. Он белый. Очень белый. Отличается вот от этого светло-светло-нежно-желтого. А здесь получается у нас белый. Ну, может, нежно-желтый, а здесь вообще непонятно какой.
Там даже не белый, а гораздо темнее вот этого цвета. Различия есть. Посмотрим другую. Опа. Ой, мимо. Сейчас мы его еще разок. Опа. Ну, другая точно такая же. Здесь даже, мне кажется, напоминает какой-то сухарь. Внутри, как другие конфеты, мы сейчас, вот только сейчас я делала обзор. Там тоже было такое, посмотрите. По-моему, вот эти вот. Там тоже они называются как-то марсианка. Но немножечко там по-другому. Давайте попробуем. Оно там довольно жесткое. Похоже, действительно, как будто хлеб, скрученный такой сухарик туда подложили. Вкусно. Такой прям вкус. Не знаю, чизкейк, не чизкейк, наверное, точно. Такой вкус шампанского, крема какого-то. Не знаю, какой-то такой другой вкус. Но вкус, знаете, наверное, дешевых конфет. Не знаю, либо я просто отвыкла от этих конфет всех, потому что я больше люблю шоколадки, чистый шоколад, где без всяких добавок, наверное, я отвыкла просто. Но она прям сладкая такая, приторная даже. Ну да, там крем внутри. Это жестенькая такая. Под зубами прям хрустит, как сухарик. Так хрустит, что прям, знаете, кажется, что ты зуб съедаешь свой. Ну, такая вкусная. В принципе, она даже по вкусу напоминает вот эти конфеты, хотя они там немножечко другие. Хотя здесь у них, по-моему, был белый шоколад, да. Там белый шоколад, по сути, там тоже такой же вот крем, а внутри там цвета шоколада. Это штучка, такая штучка жесткенькая, которая также, кстати, обдирает мне небо. Не знаю, как у других. Скажите, как у вас было. Понравились они вам или не понравились? И, в принципе, вот они все такие, внутри с какой-то непонятной начинкой. Обдирающие мёд, нёбо. Вот. А, это хрустящий шарик белого воздушного риса. Только он нифига не белый. Он желтый. Он темно-желтый. Во, как придумали уже. Кремовая начинка со вкусом традиционного европейского десерта. Сочетает в себе тонкий аромат ирландского сливочного ликера. Я думала, шампанского скажут. Нет, ликер. Сливочный ликер. Да, кстати, что-то продается такое белое в магазинах, иногда вижу. И творожного суфле. Ну да, наверное, вот где-то такие вот нотки есть как раз здесь. Мягенькая. Ай, прилипла. Ну да, там мягенькая. Ну, хотела я вам оставить это, чтобы вы сами почитали и прочла вам сама. Да, она, наверное, как раз вот что-то есть такое. Творожное суфле, не знаю насчет творога. Вот. А, наверное, ирландский сливочный ликер вполне возможно. Наверное, вот как раз он и есть, потому что я чувствую, что там есть что-то схожее с шампанским, с каким-то алкоголем.
Вот. Такой у нас обзор. Единственное, мне не понравилось, что она... Ну, вот они, в принципе, все. Видите? Они абсолютно все выглядят так. Мне это не понравилось. Ну, для обзора, конечно, это было ужасно. Вот они, видите, тоже тут. Не знаю, можно расценить как цветочек, как лапку. Вот здесь как лапка, например. Для обзора это было очень плохо. Я надеюсь, что Fix Price посмотрит, увидит и как-то задумается. Ну, даже, в принципе, человеку открыть конфетку и увидеть на ней какое-то непонятное белое пятно. Не знаю, неприятно просто. Ощущение, как будто эта конфета где-то валялась. У них там на заводе долгое время, потом ее нашли и завернули. Ну, не знаю, напишите в комментариях, какое у вас сложилось впечатление. Нет, тут тоже есть. Я думала, хоть тут может быть. Стали ли вы есть такую конфету? Если бы вам дали. Я сомневаюсь, наверное, многие, наверное, не стали, они просто их выкинули. Но я сделала обзор специально для вас, чтобы вы знали, что оказывается, видите, в таких коробочках. Может быть, попасться такие конфеты. Может быть, конечно, я, если найду, куплю еще другую, какой-нибудь другой вкусик. Вот, с вами попробуем и посмотрим, какие конфеты там. Может быть, это просто единственная такая коробочка, которая действительно завалялась где-то, может быть, ехала, мокрая была, я не знаю. Не знаю, даже не могу даже придумать, что с ней можно, могло быть такое случиться. Вот. Либо, может быть, дату, конечно, перепечатали. Хотя я сомневаюсь, мне кажется, здесь... Хотя, кстати, они довольно свежие. Они прям вот... За месяц до Нового года, даже меньше. За 2 недели до Нового года были сделаны. Довольно свеженькая. Может быть, торопились и упаковали быстрее-быстрее. Ну, были бы, наверное, какие-то ляпы еще вдобавок сверху. Там какой-то шоколад был, он там бугристый был, там что-то. Ну, не знаю, ладно. Вот. Напишите в комментариях, какие попались у вас конфеты. Понравились они вам или нет. Чем понравились, чем не понравились. Будете ли вы покупать такие конфеты после этого обзора? Меня вот это очень интересует. Так, ну и в принципе все на сегодня. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие ролики, влоги у меня также. Ну и всем пока-пока.